Слушайте и читайте. Это моя семья. Это моя мама Ирина Петровна, она учительница. Это ее школа, она работает там. Сейчас она читает книгу. Это мой папа Владимир Алексеевич, он инженер. Сейчас он слушает музыку тут. Там моя сестра, она студентка. Она изучает математику и физику. Мои братья не изучают, они играют и отдыхают. А я программист, много работаю и читаю.